все заметили, в том числе и я, что пачка моя растет. Пачка моя растет не только из-за того, что я сожрал много салатов, хотя из-за этого она выросла довольно серьезно. Поэтому я заявляю, я объявляю, я официально делаю челлендж. Челлендж, так сказать, самому себе. Потому что, когда ты делаешь челлендж и говоришь кому-то об этом, тебе гораздо сложнее и труднее его, так сказать, взять и скипнуть, взять и дропнуть, взять и бросить. Поэтому мы сейчас вместе с тобой, если ты тоже хочешь делать это вместе со мной, и если вдруг у тебя есть все возможности, чтобы это со мной вместе сделать, говорю, я начинаю худеть. Я буду худеть на 20 килограмм. 20 килограмм. Я сделаю две фотки. Одну сейчас, одну потом, когда эти 20 килограмм спадут. Кроме этого, пока я худею на 20 килограмм, а это будет очень долго, потому что худеть надо правильно и не быстро, я официально заявляю, что я не буду бриться. Поэтому все эти 17 лет будет расти борода. Борода была в самом начале этого стрима. Ты прекрасно это видел. А теперь внезапная магия. Внезапное преображение. Опа! Где борода? Нет бороды. Ушла борода нахуй. Ушла борода и сказала: «Все, я вернусь. Пока ты не похудеешь на 20 килограмм, я буду расти. И хуй ты меня сбреешь». Вот так она и сказала. Вот так вот, собственно, мы и будем дальше жить. Так оно все и будет. Вот и все. Откажитесь от сладкого. Я сладкое не жру. Короче, кто со мной? Кто со мной плюс в чат? Кто будет худеть вместе со мной, пока я не похудею на 20 килограмм, тот будет молодец. Если ты скипнешь это худение и решишь его бросить, то ты лошара. Замечай. Вот такая она была, когда я был толстее на 20 килограмм. Мы можем даже, знаешь, заметить ширину чем-нибудь. Вот так. И все. Возможно, я даже не буду еще и стричься, хотя это посмотрим. Потому что не стричься — это такое дело себе. Они же начнут отращиваться, придется носить резиночку вот здесь, косичку отращивать. Хотя, хуй знает, посмотрим. Посмотрим. Короче, сколько ты весишь, не скажу. Не скажу, а то вы будете ко мне приставать. Я выложу это потом в Инстаграм, фотку до и после, и мы с вами посмотрим. 20 килограмм, небритая борода, пизда. Я не знаю, как сильно она отрастет и сколько я буду ее сбрасывать, но это будет очень долго, но теперь уже действительно не отвертеться. Просто борода-то вдруг будет с каждым разом тяжелее и тяжелее. Каждый сантиметр бороды — это плюс килограмм. Получается, я буду худеть в ноль. Это будет очень и очень жестко. Придется подключать VR, придется подключать все подряд, чтобы килограммы уходили нахуй. Потому что когда-то я был худым, а потом я стал не худым. Я никогда не был худым, если что. Я всегда был толстый. Толстый, большой, огромный, 357 килограмм я вешу. 357 килограмм я вешу. Мне нужно какую-нибудь программу отвести, где меня научат сбрасывать 20 килограмм. 337 будет самое то. 357 чувствую многовато. Все, давайте. 357 килограмм. Худеем до 337. Внезапно ты удивляешься, почему здесь такое эхо и какого хера я стою в ванной. Это специальная херня. Она предназначена для того... Это, кстати, зеркало, если что это. А, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу вам, как ухаживать за своей бородой. Если уж борода огромная и выросла просто до неебических размеров, то без проблем сегодня это видео покажет вам, каким образом можно делать так, чтобы эта борода была привлекательна, красива и хороша. Я записываю все это одним дублем, поэтому если что-то испортится, или что-то сломается, или что-то вдруг будет не так, я, собственно, не виноват в этом. Если кто не в курсе, борода меня заебала чуть-чуть менее, чем полностью, и чуть более, чем более вообще, в принципе, не бывает. Короче, был некий
челлендж, в котором я сказал, что не буду брить бороду, пока не похудею там на определенное количество кг, но за это время, а прошло уже 17 лет, я не похудел. Не на грамм. Я бы тебе даже больше сказал, что я набрал больше, чем хотел, соответственно, похудеть. Короче, я не похудел, и она меня очень сильно заебла. Она колется, она мне мешается, она жарко, она фуё вообще. Поэтому, чтобы все было весело, хорошо и забавно, я обещал вам, что сделаю самые классные, самые красивые, самые просто великолепные прически, как это называется, для бороды, чтобы вы посмотрели, насколько это может быть классно, если у тебя есть такой профессиональный мастер по уходу за бородой, как я. Я хотел сначала сказать и вам, подберите мне нормальную бороду, что мне с ней сделать и как, но это слишком бы было долго, я на меня реально уже так заебла, она растет уже, по-моему, реально, ну, лет 17, не меньше, я просто уже не могу с ней жить, она меня достала, эта борода, это невозможно, сука. Так вот, сегодня я попробую сделать красиво. Сегодня я сделаю себе несколько вариантов, так сказать, обделки бороды, а конечным результатом этого всего будет полностью лысое лицо, как будто мне только что исполнилось 1,5 годика, и я только что родился практически. Вот так, я не знаю, как тебе показать, вот так выглядит она сейчас, вот такая вот она огромная. Если ты думаешь, что она... Спокойно. Думаешь, что она маленькая, то я покажу тебе вот так, вот такая, вот, ты посмотри, вот это я взял ее руками, вот она, вот, ты понимаешь, вот. Это еще прибавь сюда толщину одного пальца, она просто, блядь, громадная. У нас на сегодня получается... Сколько? Вот это первая стадия. Вторая стадия – это ухоженная со всех сторон борода. Третья стадия – зебра. Я не знаю, я могу вам выбрить вот так вот, кусками наголо выбрить себе эти. Третья стадия – это будет вот, эспаньолка, или как мне это сказали, эспаньолка или козлиная бородка по кругу. Потом я оставлю одни усы, конечно же, а потом все сбрею наголо, намертво, нахер. Фу, блин. Допустим, что первая степень нашей отличной бороды – это вот так. Давай я буду показывать тебе в зеркало, так лучше смотрится. Угу. Угу. Да, вот именно так. Вот так красиво должно быть, все хорошо. Следующая стадия – можно, в принципе, как раз-таки сделать сделать зебру. И зебра это будет очень классно. Мне кажется, что зебра это вообще, в принципе, вершина мастерства бородобрея и чего-то еще. Окей, поехали. Ох, как же она хороша, эта зебра. Как же она хороша. Как же она хороша и одновременно уебищна. Здесь можно накрутить косичек. Потому что почему бы нет. Почему-то с этой стороны волосы короче. Не знаю почему. Косички или нет, это зебра, деда, это зебра, прошу любить и жаловать, это зебра. Ну, кстати, неплохо смотрится вот так, неплохо вполне себе, это бакенбарды, без них тоже никуда, соответственно, никуда не видно. Окей, сбрив зебру, все встали на зебру, зебра хорошо, сбриваем нахуй зебру. В процессе бритья ни одна настоящая зебра не пострадала, соответственно. Вот так вот выглядел бы я, если бы носил вот эту охуительную, как это называется, козлиную или эспаньолоподобную бороду. Кстати, неплохо. Неплохо, я тебя не узнаю. Как-то вот так должно выглядеть это все. Это бакенбарды, это борода. Ну и, в принципе, напоследок нам стоит, наверное, оставить усы и посмотреть. Вот что усы – это вообще верх. Усы – это верх привлекательности, без них ну никуда. По-моему, я похож на общипанного цыпленка, но да ладно. На сарай, ну красиво, согласитесь, это охуенно. Вот усы сразу, знаешь, это как, блин. Правда. Мне не хватает шляпы, и я буду просто вылитый какой-нибудь ковбой из Red Dead Redemption 3. Возможно, с меня спишут какой-нибудь образ или что-то вроде того. Ну, смотрится неплохо с такими бакенбардами, вполне себе. Ну, такие, знаешь, такие...
живут, сука, слабенькие усы, конечно. Ну, что ж ты поделаешь. Ну, какие есть. Ты, наверное, хочешь, чтобы я сделал себе маленькие усы, но я не буду этого делать, потому что... Потому что не буду. Как-то так. В принципе, если добрить все это до конца... У меня... Да. Во рту, короче, куча волос. Куча волос. У меня в зубах торчат волосы. Они взлетели просто отовсюду. Как-то так. Как-то так. Вряд ли кто-то будет первое время меня вообще, в принципе, узнавать. Потому что все уже, наверное, привыкли к бороде. Но наконец-то она закончилась. Вот. Вот это вот. Как там видно? Вот это вот, собственно... Вот это вот и есть моя борода. Если мы возьмем клей и ебанем ее обратно, то будет как-то, ну, что-то типа вот этого, но она падает. И казалось бы, всего лишь вот такой небольшой пучок. Вот. Это все. Вот это все. Вот тут, конечно, еще валяется мимо чуть-чуть осталось. Если все это собрать, будет немного побольше. Вот, например, еще такой же пучок. Ну, всего-то. Вот это, знаешь, вот. Это же просто копейки. Но эта херня мучила меня ёбаных 17 лет. Эта херня росла на мне ёбаных 17 лет. Эта херня наконец-то закончена. Это был бьюти-блог. Это было специальное видео для тех, кто не знает, как ухаживать за своей бородой. Если ты не знаешь, как ухаживать за бородой, то сбрей его. Нахуй, я не знаю, как угодно, сбрею к хуям эту бороду и не парься, отдай тебе, ничего не даст. Если тебе нужно, если ты думаешь, что это сильно красивит тебя или что-то еще, ухаживай за ней, подбривай ее, подделывай ее, потому что вот это мясо, которое выросло мне, это уже не борода, это, блядь, это пиздец. Борода должна быть ухоженная, красивая, не строго форменная там какая-то, если тебе не нравится или что-то. Но ее нужно мазать маслами, всякими херами вот этим протирать. Короче, она должна быть мягкая, пушистая и не доставляющая совершенно никакого дискомфорта. У меня такого не было. Вот. А на этом, собственно, челлендж с небритием бороды закончен. Но основной смысл похудения, он продолжается, он никуда не девается. Я думаю, что за этот месяц... так что я уже как минимум сбрил себя килограмма 4, потому что эта борода очень тяжелая. Я думаю, что за месяцок или за что-то вроде того, это все похудеется, все сделается. Лето, прогулки, хуюки, прочая гадость. Вот, собственно, и так вот. Если кому надо, могу продать. Хотя нет, я не выкину нахуй мусорку ее еще. Хотя нет, я даже смою ее в унитаз, чтобы она точно никому не досталась. А то мало ли кто-то найдет, начнет клеить и пизует. Да. Короче, вот это все она. Всем до встречи, всем пока.